Добрый вечер, дорогие друзья. Вот это видео я снимаю у своей сестры. Значит, мне когда-то отец мой всегда говорил одну хорошую фразу. Запомните это навсегда, я запомнил. Мне помогло это в жизни. Объясню, значит, ситуацию. Всегда он говорил, нет безвыходных ситуаций. Единственное, что надо сесть и подумать. Подумать день, два, три. Выход все равно когда-то есть. Поэтому, ребят, когда наступает сложная ситуация жизненная, садитесь и думайте. День, два, три, четыре, неделю. И вы найдете решение. Из любой ситуации, еще раз повторяю, есть выход. Дорогие друзья, смотрите мой канал на YouTube. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Их три инстаграма. Кныш 2304, Кныш 6094 и Кныш 865. Всего вам доброго!